В Ханты-Мансийске запустили пилотный проект, участники которого – пожилые люди. Его задача – поиск и развитие творческого потенциала пенсионеров. Если идея будет по нраву жителям окружного центра, то ее возьмут на вооружение и другие муниципалитеты. Об активных югорчанах в сюжете Марины Глазуновой. Не пропускает ни одного мяча. Вера Петровна – активный участник любого из проектов, который так или иначе связан с пожилыми людьми. Волонтерская деятельность, вязание, настольный теннис. В 59 браво владеет ракеткой. Благодаря проекту научилась новому и завела друзей-единомышленников. Меня здесь привлекает то, что возможность выбора есть. Вот. И еще, что как бы движение – это жизнь. Вот. Я с большим удовольствием хожу, посещаю мероприятия и рада со всеми встречаться очень здесь. Каждый найдет себе занятия по душе. Музыкальные коллективы, дискотека, вечера поэзии и психологические тренинги. Количество интересных предложений для пенсионеров растет. Увеличивается и число тех, кто принимает в них участие. Куратор проекта – Ханты-Мансийский комплексный центр социального обслуживания населения. Задумка проста – создать единое пространство для жителей региона старшего поколения. На сегодняшний день в пилотном проекте «Активный югорчанин» функционирует 6 тематических зон. Это многофункциональный спортивный зал, тихая гостиная, творческая мастерская, медиа-гостиная и шумная гостиная. Активный югорчанин в округе проект пилотный. От остальных отличается разнообразием направлений для развития творческого потенциала пенсионеров. И если он найдет отклик пожилых в Ханты-Мансийске, то в последующем опыт распространят и в других муниципалитетах региона. Добавлю, в Югре сегодня каждый четвертый житель – пенсионер. Марина Глазунова, Андрей Аширов, Вести Югория, Ханты-Мансийск.